Люди все чаще используют интернет для получения различных государственных услуг, в том числе предоставляемых Пенсионным фондом России. К примеру, для назначения пенсии и выбора способа ее доставки в 2016 году от всех поступивших в Пенсионный фонд обращений 50% были поданы через электронный портал. А из 20 предоставленных им услуг 18 оказывают многофункциональные центры по всей республике. Также по некоторым направлениям можно самостоятельно заказать документы на официальном сайте ведомства или через мобильное приложение. Кому-то нужна справка о размере пенсии. Вы делаете предварительный заказ о размере пенсии, и вам приходит сообщение, что, как правило, на следующий день, в течение дня или в какой-то промежуток времени, когда вам удобно, вы подходите в клиентскую службу, и получаете вашу справку без никаких очередей, без обращения в клиентские службы, без обращения, значит, к специалистам клиентской службы.